Возможные направления поддержки чувашской литературы глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с писателем Михаилом Юхмой и председателем Чувашского национального конгресса Николаем Угасловым. Говорили о том, какие результаты принес уходящий год литературы. Глава республики выразил благодарность Михаилу Юхме и Николаю Угаслову за эффективную работу по сохранению и духовному обогащению чувашского языка и чувашской культуры. Призвал к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.